Янга Грео – невероятно талантливая и очаровательная актриса российского кинематографа. Родилась она в Москве, отец актрисы ушел из семьи, когда та была еще малышкой. Мать Лянки поняла, чтобы воспитать достойную дочь, ей нужно получить образование. И она пошла учиться. Женщине хорошо удавалось и учиться, и поднимать дочку. Лянку рано заметили режиссеры. Девочке было всего 3 года, а когда она немного подросла, то стала ведущей детской программы на телевидении. Окончив школу, Грео поступила в АВГИК, а роль в кинокартине «Возвращение мушкетеров» принесла ей славу. Вскоре актриса вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга. У пар родился сын Максим, но ребенку диагностировали аутизм. Родители не были довольны лечением в России, поэтому решили переехать в США. Грео бросила карьеру и занялась ребенком. За несколько лет лечения они добились восхитительных результатов. И сегодня родители даже не вспоминают о прошлом. Максим учится в классе для одаренных детишек. С годами актриса простила папу, она общается со своими сводными братом и сестрой. Лянка безумно счастлива, у нее есть любящий муж, сын выздоровел, и она наконец вернулась к любимому делу. Также недавно выяснилось, что Лянка Грео стала мамой во второй раз. Однако на вопрос подписчиков о пополнении в семействе актриса не отвечает. С определенного времени она предпочитает не афишировать информацию личного характера.